Оптроны – это оптоэлектронные приборы, конструкции которых содержат источник и приемник излучения, светоизлучатель и фотоприемник, с тем или иным видом оптической и электрической связи между ними, конструктивно связанные друг с другом. Достоинство этих приборов базируется на принципе использования электрически нейтральных фотонов для переноса информации. Главная область применения оптронов – оптическое бесконтактное управление сильно точными и высоковольтными цепями. В качестве элементов гальванической развязки оптроны применяются для связи блоков аппаратуры и защиты входных цепей измерительных приборов. Достаточно эффективным является использование оптрона в источниках питания, как элемента системы контроля и регулирования, обеспечивая вторичным цепям источника полную развязку. Рассмотрим некоторые примеры применения оптрона в источниках питания. Стабилизатор напряжения с контролирующим оптроном. Мощность излучения, которую генерирует фотодиод, а также уровень фототока, возникающий в линейных цепях с фотоприемниками, прямо пропорциональны току электрической проводимости излучателя, вследствие чего по оптическому каналу можно получить определенную информацию о процессе в электрической цепи, гальванически связанном с излучателем. Четкая информация о подобных изменениях важна для оперативной защиты источников и потребителей энергии от электрических перегрузок. Оптроны успешно действуют в высоковольтных стабилизаторах напряжения, где они создают оптические каналы отрицательных обратных связей. Данный стабилизатор относится к устройству последовательного типа. Регулирующим элементом устройства является биполярный транзистор. А стабилитрон действует как источник опорного напряжения. Сравнивающим элементом служит светодиод. Когда выходное напряжение возрастает, то увеличивается ток проводимости светодиода. Фототранзистор оптрона воздействует на биполярный транзистор, подавляя возможную нестабильность выходного напряжения. Преобразователь напряжения. В данном устройстве оптрон находится в цепи стабилизации выходного напряжения. Ток светодиода оптрона определяется выходным напряжением, а фототранзистор оптрона включен между выводами ЕУВ микросхемы и ее истоком. S – вывод истока мощного высоковольтного транзистора генераторной микросхемы. Вывод ЕНУВ – вход обратной связи для цепи стабилизации выходного напряжения, а также вход блокировки источника при снижении входного напряжения по мере разрядки фильтра питания после выключения.